Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья! Мы ведем спортивный репортаж из детского сада номер 37 «Теремок». Сегодня мы приглашаем вас на марафон длиною в творческую жизнь. 10 лет пути уже пройдено, но много нового и увлекательного еще впереди. Пелотон возглавляет инструктор по физической культуре Елена Владимировна Вигуль. Вместе с нею участники забега – наши дети. Расскажем немного о правилах прохождения дистанции. Смело и уверенно идти вперед к своей цели, преодолевая трудности. Наша героиня, словно батарейка Energizer, зарядила своей энергией инструкторов Железногорска. Вместе они стали участниками краевого фитнес-марафона «Мы здоровы, нам здорово». Забег проходит в высоком темпе. Каждый день насыщен энергией. Зарядка, занятия, динамический час, гимнастика пробуждения, кружок аэробики. Мне нравится в садике заниматься физкультурой. Баскетбол люблю. Влад, а ты что любишь? Надеюсь? Я люблю мяч бросать и ловить. Профессиональная жизнь Елены Владимировны кипит и за пределами детского сада. Она устраивает яркие праздники для ребят из других детских садов. Знакомит дошколят с видами спорта. Приглашает в гости тренеров и воспитанников спортивных школ. Участников забега поддерживают болельщики, педагоги и родители. Вместе с ребятами они участвуют в праздниках и мероприятиях. То путешествие на Марс, то в поисках новогоднего подарка. И всегда что-то новое, интересное, увлекательное. У Елены Владимировны глаза горят, а у детей еще больше. Главная опора нашей героини – это ее семья. Спортивный зал для них – второй дом. Алексей и Елена увлечены спортивными играми, тренируют детей, погружают ребят в увлекательный мир спорта. За активную творческую деятельность Елена Владимировна отмечена профессиональными наградами. Но главное достижение – это здоровье и успехи ее воспитанников. Дети – это наше будущее. И то, насколько это будущее будет успешным, зависит во многом от меня –